Вооруженные силы Украины продолжают наращивать силы на территории Донбасса, несмотря на формальную отмену военного положения в стране, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина. Представитель силовых структур ДНР сообщил, что вечером в четверг на железнодорожной станции Красноармейской Константиновка прибыли эшелоны с вооружением и военной техникой 93-й бригады ВСУ. По данным разведки ДНР, в общей сложности в зону конфликта прибыло около 30 единиц танков, 10 единиц самоходных артиллерийских установок и 20 единиц БМП и БТР. Ранее в Донецке заявили о прибытии на Донбасс железнодорожного военного эшелона украинской армии с ядовитым веществом. В четверг советник президента Украины Юрий Бирюков также отметил, что регулярные подразделения армии страны взяли под контроль территорию так называемой «серой зоны безопасности» на Донбассе. Несмотря на то, что эти действия являются прямым нарушением Минских соглашений со стороны Киева, реакция ОБСЕ на занятие серой зоны не последовала. Напомним, что 11 декабря глава Народной Республики Денис Пушилин заявил, что от разведывательных подразделений поступают данные о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению.